Celebra încheierea lucrărilor de conservare a cetății Bender Tighina. Este unul dintre proiecte emblematice din cadrul componentei patrimoniu cultural din programul Uniunii Europene Măsuri de promovare a încrederii. Pe parcursul ultimilor ani am asistat aici la un parcurs remarcabil de muncă intensă. În ciuda tuturor obstacolilor, cum ar fi pandemia de COVID și războiul din Ucraina, astăzi vedem aceste eforturi materializate. First of all, the cultural heritage, such as this fortress, has an immense potential to use the culture to bring the people from the both banks of the river together in a relaxed atmosphere where they are able to exchange what makes them happy and what makes them unhappy on the day-to-day basis, and that way to build the trust in a very relaxed atmosphere, which I believe the culture brings to all of us. Обращаюсь к представителям Евросоюза, про ООН. Нам есть еще над чем работать. Реставрация не закончена. Мы вместе, сообща, сделали огромную работу, невзирая на пандемию и прочие факторы, которые не способствовали, в принципе. Поэтому давайте продолжать взаимно выгодное сотрудничество. В Европе очень много таких мероприятий. Очень хочется, чтобы у нас в стране тоже мы объединялись, мы умели проводить свободное время, мы слушали музыку и чтобы получали удовольствие от жизни. Такие мероприятия, безусловно, сближают. И не только из двух берегов Днестра, вообще любой, кто сюда приедет, поймет, что всех сближает. Вот мы только что обсуждали, что классно, что это коллаборация двух берегов, и нет такого, что это наше, это ваше, а мы вместе. Дружно, да. Ощущение. Как вы думаете, сближают ли такие мероприятия два берега Днестра? Потихоньку это все сближается, и немного осталось, и это будет еще больше сближения. Понятно, в связи с чем.